Так. Какая красота, лето уже близко. Тепло, красиво, детский садик, церковь за кустами. Сейчас покажу такой трэш наш. Это не трэш, это называется рукожопство. Мы вроде как бы в Европу стремимся, а все равно через жопу все делаем. Сейчас покажу. У нас тут коллектор, что ли, переделывали. Службы разные. Вот, покажу, как они это все сделали, ничего не закопали и уехали. Такое-то ставили. И уперли. Ну как бы это ж нормально. Вот так вот они все разрыли. Бросили возле детского садика это все дело. Не закопали ничего. И все. Вот такая Европа. Какая там Европа, если в голове жопа? В общем, как-то так. Ну, природа хорошая.